Всем привет! Вчера вот нарядили елочку. Как всегда, покупаем живую ель. И наряжаем у нас принцип только старыми игрушками детства Олега, моего детства. Даже тут есть игрушки, которые были у Олеговой мамы в детстве. Вот такая вот звезда. Она такая тяжелая. Ужас. У нас тут сидят такие, я не знаю, совушки, зайчик, зайчик такой, колокольчик мой любимый с детства висит. Тут вот зайчик такой, снегурочка, зайчик. Разные такие были игрушечки, такие парашютики. Дальше, что у нас тут? Ананасики. Ну, ведь, наверное, не ананасики. Не знаю, как назывались. Вот эти, это вообще игрушка Олеговой бабушки еще. Как бы грибок. Есть еще у нее осталась такая тоже звездочка. Тоже Олеговой бабушки. Так, ну, эти тоже шарики мои были. Такие были, ну, как всегда, зайчики. Это малинка, шишечки, совушка, птичка. Там еще совушка сидит. Вот это я помню, в детстве любила игрушку. В ней бабочка кружится. О, все, сняла эту игрушку. Ну, здесь я не знаю, кто это. Белочка, филин, такие сосулечки. Домики. Это тоже Олеговой бабушки. Олеговой мамы детства. Кто это есть? Это джин какой-то. Звездочки. Вот такие. И все-все игрушки старые. Хоть, конечно, тут сейчас наряжают все этими новыми. Красивые делают елки. Но они все равно не настоящие какие-то. Тут вот нарядили. Смотрим на игрушечки. И прям вот праздник Нового года чувствуется, детство. И все вот такие старые-старые игрушки. Тут и корзиночки. И это... разные. Потом вот Дед Мороз. Дед Мороз, я не знаю, Олег, какого он года. 71-го года Дед Мороз. Чуть-чуть покосился. Да, он такой прям большой. Дед Мороз. Ну и, конечно, нашего детства мандарины. Ящик сразу стоит под елочкой. Есть. Ну, мы еще наряжаем, конечно, новыми этими игрушками. Так вот. Потолки. Здесь белые, синие шары. Все в белых, синих, синие, белые, бело-синие. Все в шарах в этих. Но это не то, я говорю, все. Вот настоящее наше детство. Вот это да. Смотришь и радуешься. Красота. И вспоминаешь сразу же. Смотришь на игрушечку. Вот, это было в том каком-то году, это в другом, в детстве. Да, Решка? В общем, вот так мы наряжаем елку. Все, пока.